птичка либо сама поймала, но так в лапы как-то очень интересно. Возможно, она поймала ее не сама, а забрала какого-то рыбака. Только что видели птицу, которая в лапах несла очень крупную рыбу. Да и птица была не мелкая, крупненькая. Ну, какая птица, такая и рыба. Ну, да. Она принесла до... Вау, с той стороны что? Не знаю. Типа как какой-то лес, тоже большая вода, смотри. А, и мосточек пешеходный, и он все закрывает. Ладно, мы не можем заснять. Первые пляжи, только люди не купаются. Походу, холодно. Ну, здесь, наверное, холодно, а потом нам же еще 2 часа ехать. А, ну, я думаю, что там тоже не жарко. Но все равно, я думаю, в пляже хоть кто-то купается. Посмотрим. И тебе закалиться не помешает. Договорились. Это хорошо. Отлично. Нам ехать еще 2 часа до нашего места прибытия.